У храма в честь Ярославской иконы Божьей Матери на проспекте Фрунзе полным ходом идет работа. Сегодня здесь высаживают аллею лиственниц. Саженцы совместно с педагогами подготовили ученики 9-й спецкоррекционной школы-интерната. Ребята уже не первый год принимают участие в озеленении города. Мы на трудах вот делаем рамы, потом натягиваем пленку и выкапываем, и сажаем семена маленькие, и цвет. Потом пленку закрываем и поливаем, и выставят там цветы, потом мы это выкапываем, всему году мы сдаем. Подобные аллеи в городе и области появляются в рамках всероссийской акции под названием «Лес Победы». По всей стране планируется высадить 27 миллионов именных деревьев. Мероприятие приурочено к 70-летию Победы. Мирных 70 лет это самое, и небо чистое. Не летают это само, с крестами самолеты. Это счастье большое. Вот. Я надеюсь, эта аллея вырастет, это самая память останется это, на долгие века. Подобные инициативы поддерживают и власти различных уровней. В частности, помогал сегодня ребятам высадить аллею заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас. Когда действующий храм и есть приход, будет соответствующий уход. Следовательно, это небольшая посадка, десяток деревьев чуть побольше. Значит, они будут ухожены, они будут своевременно и поливаться. Ну и в преддверии вот 70-летия, как бы в памяти отложится, что вот точка роста, с чего мы здесь то же самое начинали. Уже очень скоро у каждого дерева появятся именные таблички в честь погибших героев Великой Отечественной войны. Ольга Преснухина, Олег Лушников. День в событиях.